Помойте, дети. Привет, дети. Помойте, приятели. Привет, друзья. Приветствие мы часто дополняем обращение к русским. Например, добрый день. Может быть, постараетесь перевести эти предложения на русский язык, мы
Всемирной радиосети. Предлагаем вашему вниманию повторы наших передач об исламской культуре и цивилизации, звучавших в нашем эфире несколько лет назад. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вас приветствуют постоянные ведущие передачи Зайтуна и Ильяс.